40. То есть 60 наши, 40 ваши. Вот это его последняя позиция. Вот, значит. Вы знаете, что в переговорном процессе самое важное зависит от переговорной позиции. Кто ее укрепляет, у кого она сильнее, тот как бы. Вот вчера сделали шаг, укрепились, вот, вышли на бали. Показали свои намерения убирать. Значит, собственно говоря, не вопрос. Значит, даже если речь идет об урожае, значит, я увожу сантехнику и просто запахиваю ту землю, которая у меня варит. Начнет он. Тебя. Все в рамках закона. Это его приговорная позиция. И он ее сделает. Потому что, ребят, ну, на протяжении наших всех, так скажем, баданий, переговоров, контактов, мы к вам навстречу реально идем. Да, сначала у него было видение такое, по затратам. Потом он его поменял. Понял, что раз, два, 20, 30, вот. Процентов. Значит, вы объявили 50-50. Он говорит, Сергей Николаевич, блин, принципиально, будет 40-60, либо не будет. Вот. Убытки, которые за сколько? Так, пшенички, 1600?